когда я чувствую стыд, я хочу исчезнуть, стереть себя. Хочу сжаться назад в точку, даже чтобы точка не существовала. Но она не может пропасть, потому что она за мой счет. Если она не за мой счет, когда я чувствую каплю семени, я чувствую стыд, и оттуда могу начать увеличиваться за свой счет. Эта точка не за мой счет. Иди к Творцу, который создал меня. Вот эта точка так чувствует. И тогда выходит, что главное для меня — постичь состояние стыда, ощущение различия между нами. И в этом работа разумом.